к сожалению, наши политические силы не в состоянии ни руководить страной, ни управлять ее. У нас полный хаос. В таком случае, какие нам нужны люди у власти? Явно не те, которые сейчас есть. Нам нужна молодежь. У нас есть чудесный пример нашей полиции. Амбициозные молодые люди, которые пришли в полицию с желанием что-либо менять. Нужны точно такие же люди в политике. Никакой политической силе я не доверяю. А почему? Не заслужили доверия. Не оправдали надежды. Партии вроде другие, там, а морды то те же самые остались. Сейчас я смотрю, вроде по телевизору что-то показывают, вот эту милицию новую, там полицию сделали, да. Сейчас за прокуроров. Ну что-то оно так медленно как-то все это делается, что я не верю, что они успеют это сделать. Им не хватит 5 лет. Такими темпами, как они делают, им лет 50 надо. Никакой политической силе в данный момент я не доверяю. Почему? Потому что нет людей, заботящихся о нуждах народа. Народ довели до нищеты, особенно пенсионеров и еще больше инвалидов. И уровень жизни, вот даже по сравнению с периодом Януковича, за это время понизился минимум 3 раза. А я вот как инвалид говорю, ощутимо это на лекарствах. Люди вообще переступили черту бедности. На данный момент никакой. И почему? Понял, хорошо. Потому что не показала ни одна сила каких-то результатов, чтобы заслужить доверие правому сектору. Почему? Потому что я им единственным верю. Наиболее патриотическая сила в этой стране, пока что не запятнавшая себя ни в каких делюгах и всем остальном. Меньше всего? Не хочу говорить. Потому что меньше всего, скажем так, наверное, обидеться. Из тех партий, которые при власти. Самопомощь. Почему? Новая партия, новые люди, молодые, амбициозные. Меньше всего Батьковщина. Почему? Ну, она себя опозорила. Какое? Почему? Потому что политические силы сами не понимают, чего они добиваются. То есть у них непонятно ни с целями, ни с программой. Там. То есть в большинстве случаев они просто используют некие общественные настроения, там, мифы. Даже те партии, которые считают себя идеологическими. То есть в большинстве случаев ничего нового не продуцируют, просто использование существующих общественных тенденций. Все. Mm-hmm. То есть я не понимаю их полезного функционала. Правый сектор. А почему? Ну потому что это что-то новое. Вот все уже засиделись, зажрались, в общем-то, как бы, грубо говоря. А это что-то новое, и люди, которые действительно хотят сделать что-то приятное и хорошее в нашей стране. А какой политической партии наименьше выбираете? Ну, коммуняку на гиляку, их уже как бы нет, так что, в принципе, все хорошо. Конечно же, Батьковщина. А почему? Некоторая оппозиционность, она всегда не помешает в нашем истеблишмене. Никакой. Почему? Потому что нету людей, которые убедили бы меня своими фактами, своими действиями для того, чтобы я мог им поверить. Какие люди нам тогда нужны у власти? Идеологические. У тех, у которых реально есть идея. И ничего, кроме нее. Но таких, к сожалению, очень мало, и я думаю, даже те, которые начинают идти в политику, сначала у них есть идея, но потом, окунаясь в, не хочу на камеру говорить, в болото, вот, они просто, ну, поглощены потом этим болотом в итоге, и идеи все там тонут. Вообще не доверяю никакой политической силе. Просто нет доверия и все. Не знаю почему. Наверное, интуиция так говорит. У нас, по-моему, за последние, там, с момента независимости, по-моему, ни одна политическая сила Деш не оправдал. Я не доверяю жодній політичній силі. А почему? Тому що я вважаю, що всі політики зацікавлені тільки у власній вигоді. І тому мені здається, що жоден з них користі нам не принесе. Блок Петра Порошенка. Почему? Потому что я считаю, что они пока что делают все правильно. Ну, на самом деле нельзя сказать, что какой-либо из политических сил я доверяю полностью, да, потому что речь идет о скорее выборе меньшего зла из большего. До этого момента была самопомощь, но их парламентская деятельность меня не очень удовлетворила. И на выборы в местные советы я не знаю, буду ли я их поддерживать или нет. Скорее всего, традиционно будет одно предпочтение. Выбор маленьким партиям, новым, на что и пытаются спекулировать большие партии, создавая сателлиты. А тогда какой меньше всего вы доверяете? Меньше всего? Ну, традиционно, поскольку я киевлянин, то это, наверное, оппозиционный блок.
и сильная, ну, сильная Украина, и все вот эти наши хорошо известные, любимые друзья. Мне нравится политическая сила, которая, в принципе, сейчас у власти находится, потому что они достаточно, на мой взгляд, делают много по сравнению с теми властями, которые были до этого момента. Никакой. Почему? Не верю, просто не верю. Из-за всех событий, то, что происходило у нас в стране, в принципе, доверия никому нет. Абсолютно. Чесно, мене розчарувала партія «Самопоміч», тому що вони дійсно ніфіга не роблять. А кого я підтримую? Звісно, Віталько. Чому? У нього не все виходить. Але він хоча б намагається це зробити.